Итак, ребята, всем привет! Сегодня третья часть, заключительная, но не этого шурфа. Сегодня мы находимся, уже добиваем его, находки классные. Вкратце скажу, что первая часть интереснейшая, находок много. Из-за этого я разбил выход на три части. Вторая были находки попа, кокарда, шестерки. Да-да, ребят, шестерки, знак сатаны и серебряный перстень с черепом. Мы его датировали, 17-й год, до 17-го года, немецкий перстень. Так что Первая мировая война. Вот, так что вот так вот, третья часть сегодня. И я вам покажу, что Камрад нашел сегодня дорогую находку, которая весьма-весьма такая серьезная, хорошего сохрана. Так что смотрим, приятного вам просмотра. Блин, вообще жуть. Та-дам! Смотрите, это конина, предмет конской упряжи. Мы все поднимаем такие маленькие, с ноготок. А это вот такая вот, размером с хоккейную шайбу. Это да, ребят, походу трофейное кольцо, возможно, это СС. Ребят, только что вам показал копейку, начал снова прозванивать и катушкой, смотрите, снял слой земли и вижу, что это монета. Да ну нафиг! И смотрите, это у нас пятак. Ничего себе! Вот это да, две монеты в одной кучке. 1881. Офигеть, затертый, наверное, будет. Но факт в том, что, блин, это у меня второй царский пятак сегодня. А так, в целом, три пятака уже. Ничего себе! Ну-ка, давайте-ка я. А давайте я в прямом эфире, ребят, что-нибудь. Что-то там в глубине есть. Офигеть! Ничего себе! А давайте я попробую его, ребят, вытащить, этот сигнал. Хотя у меня материала сегодня очень много, но все равно для информации. Так, что это у нас? А давайте я в прямом эфире, ребят, что-то там в глубине есть. Офигеть! Ничего себе! А давайте я попробую его, ребят, вытащить, этот сигнал. Хотя у меня материала сегодня очень много, но все равно для информации. Так, что это у нас? Вот что, звенел, ёптай. Сковородка. Нафиг. Так, она была. Да, она.
Ладно. Копаем. Ну, что-то, ребята, посыпалось, блин, нафиг. Вот еще одна зеленая. Ух. А это, походу, даже какая-то, наверное, закладная была. Смотрите, она на древесине лежала. Это закладная монета. Закладная. Ну, монета. Одно слово от монеты. Убитая. Съедена. Что это? Что это? 3 копейки? 24-й, что ли? А, нет, это пятак. Либо закладной, что маловероятного, потому что здесь 24-го года монеты, а это пятак 40-го года. Офигеть, вот это нарост. Зачетно. Итак, находка. Где она тут у меня была? Вот она. Тоже половой сохран. Но монета толстая. И медная. Наверное. Что за монета? Фиг ее знает, товарищ Шарапов. Сейчас я ее немножко освежу. Даже не могу понять, что это за монета. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, царь. Царская по размеру, наверное, 3. Видите, да? Проглядывается николаевский образец. Внутри кругляшок, вмятина. Или что это такое? Что-то вмятина какая-то неровная. Ладно, сейчас почищу. Интересно, включу. Но монета убита. Итак, ребята, ну и я нашел какую-то интересную накладочку. Просто огонь. Я, конечно, ее уже почистил, думал, какая-нибудь велосипедная накладка. Хрен пойми, короче, не пойми. Вот, ну, когда я его потер ручками, я увидел иностранные буквы. И довольно-таки интересно. Я не знаю, что это. Обязательно вам покажу. Но я, как обычно, рукожоп лопатой по ней трахнул. Вот. Но это сегодня вторая находка, по которой я лопатой трахнул. У Михалыча 3 подряд трахнутые. Вот. А у меня вот, блин, ну просто классная находка тем, что иностранные буквы. Вот. И корона. Смотрите, что это? Это латунь. Хорошо, что рельеф очень высокий. Так, голос батесом какой-то. Или что это такое? Короче, не знаю, что это такое, но, блин, чудесная вещь. Толстая латунь, толстая. И находка просто огонь. Блин, ребята, что такое, подскажите. Я даже в интернете стопудово не найду. Так что пишите обязательно. Буду за все варианты признателен. Блин, просто огонь. Вот она, корона. Блин, вообще зачет, зачет. Уезжать прям неохота, ребят. Шурф, смотрите, вот такой вот маленький. Вот, ну сколько тут? Ну вот, как вы видите, вот он, маленький шурф. Вглубь я не копаю, но щуп, смотрите. Смотрите, сейчас вам покажу. Даже здесь, смотрите. На 2 штука проваливается легко. Ух, и еще там камень. То есть это как минимум 2-3 штыка. И это я буду делать на следующем копе. Классный вообще конь. Вообще огонь. Не коп, а просто сногсшибательный. Это сногсшибательный не по моим находкам, а то, что там откопал у нас Стас. Ладно, идем дальше. Ребят, просто чудеса. Просто чудеса. Ребят, я вот ничего не подкидываю, ничего не делаю такого. Но вот в этом месте, здесь я выковырил после сковородки, которую я вам показывал в прямом эфире. Там вон еще какая-то лабуда торчит. О, какая-то железная, хрен пойми. Вот, и вот с этого места
Я вам достал накладку, которую только что показывал. И снова взял прибор, и в этом же месте, то есть под накладкой, оказался крестик. Ничего себе! В одном месте под накладкой крестик еще был. Вот это выброс лопаты. Вот это класс. Блин, у меня слов нет. Классно. Итак, ребят, находил я еще советики. Складирую здесь вот. Вот, и сейчас находка стоит вашего внимания, так как многие из вас такие вещи даже, может быть, и не видали. А кто-то, может быть, даже и носил. Хотя очень маловероятно. Это знак, значок ВЛКСМ. Солнце порой предрассветное, только так можно счастье найти. Раньше я застал коммунизм, а вот такие знаки уже, к сожалению, не застал. ВЛКСМ. Значки у нас были комсомольцы. Я, между прочим, год как застал. Ладно, ладно, продолжаем. Итак, ребята, смотрите. Поднял ухват целый. Я его, конечно, заберу, потому что некоторые находки я сдаю в музей. И есть любители старины, которые охотно их покупают. Но, смотрите, еще одна тяжелая вещь. И это у нас снова латунь. Но она полегче, чем та. Но факт в том, что я сегодня, ребят, заработал. Вот, у меня за одну монету покажу. Монетка выпала. Вот она лежит такая. Так, это, наверное, 2 копейки. Пролетариатка. Да, 2 копейки вроде. Сейчас смочу. Смочу, ребята. Потому что хоть год посмотреть какой. Да ладно, серебро! Серебро, ребята! Я вижу, проглядывается нолик. И это у нас серебро. Классно, смотрите. Видите, нолик проглядывается. А по размеру похоже на двушку. Вот, или 10 копеек. Но это действительно 10 копеек. И я проглядывается, вижу 0. Классно, серебро. Серебро. Зачет. Зачет. Просто сегодня классно получается. Получается классно. Правда, придется уже скоро закругляться, потому что Стасу еще надо на автобус. Вот он как бы к нам на хвосты прыгает. И мы потом и выдвигаемся. Вот. Фух, классные, классные места. Очень красиво. Зачетно. И продолжаем. Итак, ребята, я как бы уже тороплюсь. Как бы, знаете, уже небрежно все это делаю. У меня находки 3 копейки. 31-го. Хороший, бодрый, наверное. Нет, не очень. Вот такой вот перстенек. Ой, наперсток. Самое главное то, что, блин, он такой крепкий. Редко когда наперсточек крепкого вида встретишь. И сопутка, ребят. Вот такая вот сопуточка. Тяжелая. Наверное, все-таки медь или латунь. Крышечка от чего-то, наверное. Так, следующее, что у меня было из сопуточки. Какая-то вот такая вот надпись. Какая-то, я даже не знаю, что это, но надо интересно прочитать и обязательно надо почистить. Вот, и еще железяка торчала, но как-то что-то цветном било. Я что-то лопатой по ней шмякнул, а это медный, чистая медь. Что там таким молоточком, топориком делали? Ну-ка, специалист, если среди вас есть, рассказывайте. Вот такая зачетная вещица. Классно, сопуточка зачетная. Вот, находочки прибавились. Что у нас там по находкам, ребята, что я вне эфира? Уже вот так вот, смотрите.
Так уже камушек весь битком, не умещается ничего. Смотрите, раз ухват, два ухват, три, три ухвата у меня. Прям сегодня огонь. Все железо спрятал туда. Возможно, в следующий раз заберу. Продолжаем, пока время есть. Пока ребята позволяют мне. Не торопится, вернее торопится, но меня не кричат. Будем дальше. Итак, ребята, до последнего тянул с этой находкой. Надеялся, что 25-й год, но нет, 24-й год. Копеечка. Вот. И на этом, наверное, буду закругляться. Пацаны уже кричат. Как обещал, встаю на эту горочку и вам хочу показать. Смотрите, какое количество бутылок. Та-дам! Ту-ду-ду-дух! Кругом, кругом, смотрите, кругом бутылки, кругом. Прям, блин, вообще огонь. Кругом бутылки, ребята. Вот. По находкам все я вам показал. Просто кратенько покажу. Вот такие две горки. Раз горка с монетами, вторая горка с монетами. Ну и всякая такая сопутка интересная. Все, ребята, буду заканчивать. И это все буду переделывать. Найду края. И это буду туда выкидывать. Потому что мне выкидывать уже вот сюда вот далековато. Так что вот так вот. Сейчас к машине и находки пацанов покажу. Там просто огонь. Ждем. Итак, ребят, пока я готовлю здесь к обзору, сейчас было столько эмоций. Правда, на кадре это не получится. И вот, Михалыч отыскал. Смотрите, сенсацию сегодняшнего копа. Та-дам! Это 25-й год, копейка. Смотрим. Какой внешний вид. Неплохой, правда, две царапины какие-то непонятно. Но Михалыч сегодня бензин оправдал. Вернее, газ. А с этой стороны, смотрите, какой. Ух, ой-ой-ой-ой. Михалыч, танцевать будешь? Тогда верну. Все, заслужил, станцевал. Классная, классная находка сегодня. Это не одна бомба. Сегодня несколько бомб. У Стаса там бомба. У меня там тоже какая-то непонятная лубуда. Если вы напишите что-то интересное, то тоже бомба. Вот. Пацаны кричали мне, мол, поедем. А сами-то не хотят ехать теперь. Копеечка 25-го завораживает. Ох, как завораживает. А я там собрался, быстро все убежал, как вы видели, слышали. А теперь не хотят. Говорят, давайте с ночевкой останемся. А что, тема, давай останемся. Только пожрать надо где-то взять. Ладно. Итак, ребята, наша монета 1925 года в каталоге стоит хороших денег. Заходим. Заходим. И смотрим. 25-й год. Копеечка. Блин, как вы видите, всегда я афиширую, что 9-10 тысяч цена, к сожалению, на копеечку 25-го года упала. Упала. Это в связи с тем, что на рынке, походу, этих монет сейчас зашквар. А в частности, приходят они с нашей, Самарской, Оренбургской и Сызранской Саратовской области. Потому что завоз этих монет было всего-навсего в три губернии. Так что так вот, классная монета, классный зачет. 8000 рублей комрад заработал. Пока ребята сейчас докапывают, я вам расскажу и покажу сегодняшние находки. Смотрите, сколько чего мы накопали. По шмурдюку, что интересное. Крестик раз, крестик два.
два креста, это мои, мой шмурдяк. Потом ВЛКСМ, крышечка какая-то, лабуда. Вот такой вот краник. Краник вообще огонь, такой красивый. Это, между прочим, Михалыч откопал. Так, у Михалыча также, вот смотрите, вот такая огромная конина. Ту-дун, вообще огонь-бомба. По крестам у него тоже два креста. Так, походу оба советские. Но вот такая пуговка меня вообще заинтриговала тем, что у меня такой нету. Я не знаю, что за крест. Че, красный крест, что ли? Или что? Ну, по-моему, старинные. Да, старинные. Так, у него еще пуговка орлянка. Так, два пятака. Так, по царям, что у нас тут? Пятаки 24-го года. Вот этот вообще классный, прикольный. Вообще классный. Зачетный. Копейка серебром, трешка, двушка. Ну, вот это, конечно, пропустить нельзя. Вернее, вот это. Это копеечка 25-го года. Его к нашей бомбе к сенсации отложим. Вот это вкусное, на потом. Так, что у нас у Стаса? Раз пятак, два пятак, два пятака, две трешки. Царь, царь, царь. В общем, у Стаса получилось 26 монет. У меня 29 монет. У Михалыча немножко поменьше. У Стаса по шмурдяку тоже два креста. Орлянка, конинка. Вот это вот был значок. Я разглядел, здесь надпись имеется слева Сталин, справа Ленин. Ну и чё, по бутылочкам. Вот так вот, красивые царские бутылочки. Вообще огонь, зачетно. Бомба первая, непонятного характера. Пишите, может быть действительно бомба сенсация. Вот, не знаю, может велосипед, не знаю. И вот смотрите. Смотрите, вот здесь вот еще одна шестерочка. Видите, да? 666. И в этом же шурфе кокарда священника. Смотрите, какая хрупкая. Аккуратно. Это кокарда, ребят. Это кокарда. Вопрос в том, что эти цифры делают в этом шурфе. 6-6. Другая еще там где-то находится. Кокарда священника. И вот такой вот перстенек. Это как? Непонятно. Это вообще, я не знаю, там какой-то священник сатана, что ли, был. В прямом смысле священник сатана. И это не просто так там валяется. И вот это не просто так. И вот эти циферки тоже не просто так. Ну и по монетам. Серебро Стаса 10 копеек. 16-й, по-моему. 16-й год. 10 копеек. Не знаю какие. Но это мои 10 копеек 25-го, наверное. И копеечка 1925-го. Вообще огонь. А, вообще, ребята, просто коп, просто сенсация, просто какая-то, я не знаю, бомба. Вот такой вот зачетный выход у нас сегодня. Пальчик кверху, ребята, за трудостарание. Помимо этого всего добра, я наковырял еще немножко интересных фрагментов, которые вам показывал. Эти вещи я с собой обязательно возьму. Ухваты. И цветнина. Классные, тяжелые вещи. Ух, тяжелые. Так что классно. Классно, классно. На этом все, ребят. Все, 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 все. Ребята, все, хватит. Давай, собираемся. И пока. Ребята, пока. Че там? Да ладно, ёптая мать. Закончил я видеосюжет, блядь. Серебро. Я только что сказал, что у Стаса есть серебро.
У меня есть серебро. 28-й год, 10 копеек. Теперь есть у Михалыча. Так что у каждого сегодня серебро. Огонь, огонь, мои поздравления. И давай поехали. Все, всем пока, до новых встреч.